14 февраля в кинотеатре «Горняк» состоялся закрытый предварительный показ фильма «Белый снег». Картина повествует о советской и российской лыжнице, чемпионке мира Елене Вяльбе. Главную роль сыграла Ольга Лерман. Елена Вяльбе начала заниматься этим видом спорта 8 лет в Магадане. В 14 девушке присвоено звание мастера спорта СССР. На чемпионате мира 1997 года Елена Вяльбе установила рекорд. Победила во всех 5 гонках. Часть съемок фильма провели в областном центре Колымы, на малой родине лыжницы. Премьерный показ посетила сама именитая чемпионка. Всем просто на самом деле огромное спасибо, потому что, соглашаясь на фильм о себе, безусловно, мне хотелось бы, чтобы это было первое все настоящее. И я понимаю, что это художественный фильм, но 99,9% это то, что было в моей жизни. Они смогли это сделать, и за что я им безмерно благодарна. Я хотела бы поблагодарить всех тех, кто в Магадане нам помогал со съемками фильма. Это и правительство Магаданской области, и администрацию города, конечно, наших замечательных детей, о которых я могу говорить очень долго, потому что это настолько искренние дети, которых, ну, вот на большой земле уже редко встретить. Премьеру фильма также посетили губернатор Колымы Сергей Носов и мэр Магадана Юрий Гришан. Градоначальник отметил, что если показывать всю жизнь великой лыжницы, тех 2 часов, на протяжении которых шел фильм, не хватит. Увидели много из жизни Елены Валерьевны, как она стала великой, а много не увидели. Я знаю Елену очень уже достаточно долго. И много общаемся. И если бы все вошло в фильм, это, наверное, был сериал так в серии на 10, как минимум, для того, чтобы рассказать, как это в деталях было. Это было бы, надеюсь, интересно. После окончания фильма зрители аплодировали стоя. Они подарили Елене Вяльбе и всей съемочной команде цветы. Также посетители кинотеатра поделились с вечерним Магаданом своими впечатлениями о картине. Фильм очень-очень-очень драматичный, и я почувствовала, как прям в сердце что-то кололось, переживание было. Лично мне фильм очень понравился, он был очень эмоциональным. Мне понравилось, как преподнесли информацию про Елену Вяльбе, то бишь я ушла с положительными эмоциями. Я бы даже скажу, что еще раз бы пересмотрела этот фильм, посоветовала бы всем своим друзьям, знакомым. Ну, у меня прям положительные эмоции. Очень понравился. Там есть и слезы, и правда. Магадану нельзя получать как серебро, надо выигрывать золото. На протяжении съемок Елена Вяльбе консультировала кинематографистов, подсказывала важные детали для сохранения достоверности и ее личной жизни и спортивной карьеры. В широкий прокат лента выйдет 4 марта.